интересно, как можно покататься на коньках, но это не лед, это какая-то пластмасса. Здесь у них выставка елок, украшенные они разными организациями местными. Вот, со старыми пластинками и микрофоном вместо звезды. Вот такая елка. Тоже елочка интересная. Много украшений всяких разных. Большей частью снеговики все. Вот тут елочка очень стильная. Вся синя-голубая и немножко коричневого. Ну так, что-то в этом есть. Какой бант. Это елочка такая очень патриотичная, вся красно-сине-белая. Тут и флаги, и ленточки, но все такое под американский флаг. На этой елочке всякие-всякие вкусняшки. Вот тут, пожалуйста, домик сделан gingerbread, да? Из пряника. Вот тут какие-то конфетки. Тут же капкейк. И много разных других конфеток. Вся елка вкусняшка. Это я не знаю, какая тематика этой елки, потому что здесь и спорт, и роботы, и конфеты, и щелкунчик вот тут есть. Так что не знаю, какая тематика на этой елке, но есть большой красивый бант. Эта елка красно-зеленая. Все шарики и огоньки на ней, все красно-зеленое, яркое. И вместо звезды тут одели елке шапку. А почему бы и нет? Ну, эта елка, пожалуй, самая скучная. Какая-то серо-серебряная. Ну, вот, пожалуйста, зато у нее есть звезда. Единственная елка со звездой. So what kind of surface is this? It's obviously not ice. There's some type of polymer they put together. But I'm telling her, Katya, that the blades don't cut into it like they do ice. They don't, you can cut into the ice with the blades. It's not wood. It's some kind of a plastic sitting. What do you bet the giraffe is? They're closed in like 2 minutes. Yeah. They're done.